Ваше право. Правовой проект прокуратуры города Москвы и Вечерней Москвы. Добрый вечер, друзья! В эфире рубрика «Ваше право» и я ее ведущая Ирина Капитанова. Каждый имеет право на неприкосновенность личной жизни, на защиту чести, достоинства и доброго имени. А что делать, если у вас отбирают это право? Не уплачивают зарплату, незаконно выписывают штрафы, отказываются принять заявление или возбуждать уголовное дело? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в нашей рубрике. А поможет нам в этом руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова. Людмила, здравствуйте! Здравствуйте! Людмила, раз вот мы начали с права, расскажите, пожалуйста, вообще, как часто жители столицы обращаются к вам, чтобы защитить свои права? Из года в год количество обращений, которые поступают в органы прокуратуры города Москвы, растет. Это свидетельствует о том, что граждане нам доверяют и рассчитывают на нас. И это доверие мы, конечно же, оправдываем. Не просто обязаны оправдать, мы его оправдываем. Об этом свидетельствуют цифры. Прокуратура... Это единственный орган, который способен быстро и восстановить права граждан. Угу. Быстро и оперативно восстановить права граждан, потому что мы надзорный орган, мы надзираем за исполнением законодательства органами и учреждениями города Москвы. То есть люди к нам приходят не просто так. Скажу, несколько цифр приведу. В прошлом году, в 2021, к нам поступило 516 тысяч обращений. Более 516 тысяч обращений. Больше полумиллиона. Это только за прошлый год? Да, угу. Это на 12% больше, чем в позапрошлом году, в 2020. Повторюсь, вот эти цифры свидетельствуют о высоком доверии к органам прокуратуры. Плюс мы приняли на личном приеме 66 тысяч граждан. Это за этот год вы имеете в виду? В 2021 году, угу. В прошлом году, да. Подскажите, а есть вот какой-то особо запомнившийся случай? Ну, то есть, может быть, вот какой-то человек обратился, и вот он особо запомнился? Вообще таких случаев много. Каждое обращение мы, через себя пропускаем. Не быть равнодушны к чужой беде. Мы стараемся помочь каждому, вникнуть в ситуацию, объяснить человеку механизм его действия, объяснить, как мы будем проводить проверку. И конечная цель – это восстановить справедливость, восстановить его нарушенное право. Запомнилась столичная пенсионерка Светлана Мироновна, которая обратилась к нам за помощью, потому что у нее почему-то из пенсии начали происходить какие-то удержания. И Светлана Мироновна сама обращалась в соответствующие органы, ей сказали, что якобы она является должник и должна 13 миллионов. В действительности Светлана Мироновна оказалась совершенно добропорядочным гражданином, и после нашего вмешательства эти незаконные удержания прекратились, а то, что уже было удержано, соответственно, по нашему представлению, возвращено обратно. Вы знаете, нам удалось связаться со Светланой. Давайте послушаем, что вот она как рассказала эту историю. Я хочу поблагодарить работников прокуратуры Московского северо-восточного округа. Дело в том, что у меня стали удерживать пенсию непонятно за что. А вот в суд я не стала обращаться, потому что это надолго затянется. Я обратилась в прокуратуру, и они мне помогли. Большое спасибо. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот вообще часто возникают такие ошибки или все-таки это некая грешная система? Такие обращения у нас бывают, когда действительно судебный пристав, исполнитель при возбуждении исполнительного производства, он обязан принять все меры к идентификации должника. Ну и такое бывает, что действительно взыскания могут быть ошибочно наложены на имущество, которое принадлежит другому лицу, примерно с теми же анкетными данными. Если такое произошло, это говорит о том, что пристав не принял, судебный пристав исполнитель не принял должных мер к идентификации должника. Вот приведу еще один пример. К нам обратилась жительница города Петрозаводска. То есть совершенно и не из Москвы пришло обращение, но судебный пристав-исполнитель в городе Москве наложил взыскание по исполнительному документу, наложил взыскание на ее счет.
и порядка 20 тысяч было у нее списано. Угу. Естественно, жительница обратилась к нам. Мы в таких случаях истребуем исполнительное производство, проверяем его. И на предмет нарушения, и мы тут мы выявили нарушение, действительно не был идентифицирован должник должным образом. И после нашего представления были возвращены денежные средства. Угу. Я поняла. А вот на самом деле это касается только пенсий или все-таки так же бывает и с зарплатами? Вообще, если говорить о наложении взысканий судебным приставом, исполнителем в рамках исполнительного производства, то по общему правилу судебный пристав, то взыскание может быть наложено на любое имущество должника, это на счет, на недвижимое имущество, на предметы роскоши, за исключением случаев, предусмотренных законом, когда судебный пристав не имеет права на определенное имущество, либо денежные средства накладывать, взыскание. Угу. Очень интересно. Еще больше интересных новостей и событий в наших Instagram и Facebook. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А есть ли какие-то виды доходов, на которые все-таки вот нельзя сделать взыскание? Да, такие виды имущества есть. То есть, если мы говорим о денежных средствах, это, как правило, специальные государственные выплаты. То есть на то, на что пристав не может наложить взыскание. Это, допустим, средства материнского капитала, денежные суммы, выплачиваемые в счет возвещения вреда, различные компенсационные выплаты, которые выплачиваются за счет средств федерального бюджета в связи с уходом за нетрудоспособным членом семьи. Но это вот, к примеру, их целый перечень. Вообще, я вот скажу для наших зрителей, что исполнительские действия регулируются федеральным законом об исполнительном производстве. И вот сейчас я говорю о статье 101 исполнительного производства, виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. То есть там достаточно обширный перечень, и в том числе те, что я перечислила. Это выплаты по случаю смерти кормильца, алименты на несовершеннолетних детей, которые поступают на счет родителей или законного представителя, осуществляющих их воспитание. И еще ряд выплат. Плюс еще и имущество. Есть имущество на определенный перечень имущества, на которое также не может быть обращено взыскание. Это недвижимое имущество, квартира, к примеру, если это единственное жилье должника и членов его семьи. Также обычные предметы быта, за исключением предметов роскоши. Земельный участок, на котором стоит дом, опять же, если это является единственным местом жительства, пригодным для проживания должника и членов его семьи. Ну и еще ряд также определенных исключений, которые тоже перечислены в законе об исполнительном производстве. Если вдруг гражданин понимает и считает, что действительно необоснованно взыскание на такое имущество наложено, то он вправе, конечно же, обжаловать такие действия. А как вообще происходит процедура? Вот вы говорите, что вот если единственное имущество, не единственное. То есть, допустим, у меня есть квартира, есть дачный участок. Вот в случае, если есть какие-то долги, дачный участок, он как? Он будет выставлен на торги или все-таки мне сначала придет какое-то извещение о штрафе? Должник, безусловно, извещается о возбуждении исполнительного производства. Порядок возбуждения исполнительного производства, он заявительный. То есть возбуждается судебным приставом исполнителем в течение 3 дней с момента поступления исполнительного листа на основании, вот это тоже такой важный момент, на основании заявления должника либо его представителя. При этом на основании заявления взыскателя, прошу прощения, либо его представителя. Угу. При этом взыскатель, то есть тот человек, которому должны, который требует определенные что-то по исполнительному производству, вправе сразу же при заявлении попросить пристава наложить обеспечительные меры на определенное имущество должника, указать это имущество и, соответственно, попросить его наложение обеспечительных мер.
если ему это имущество известно. А вот еще такой один уточняющий вопрос. Вообще, насколько долго вот это вот производство? То есть оно происходит за неделю, месяц, год? Вот как исчисляется? Исполнительные действия, исполнительное производство должно быть окончено в срок в течение 2 месяца со дня его возбуждения. Mm-hmm. То есть закон предполагает, что 2 месяца достаточно для совершения всех исполнительных действий, чтобы завершить исполнительное производство. Плюс вот еще в продолжение отвечу на ваш вопрос, что должнику, безусловно, предоставляется, и он уведомляется о возбуждении исполнительного производства, и ему, безусловно, предоставляется право добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. То есть, если вы добровольно исполните требования, то никаких вот обеспечительных мер приниматься не будет. А как вообще застраховаться от таких ошибок? Вот, например, у нас в редакции работает человек, которому постоянно приходят штрафы, к которому он не имеет никаких отношений. Вот как правильно себя застраховать? Есть реестр лиц, реестр так называемых двойников. Он ведет службы судебных приставов, и если вдруг такая ошибка произошла, то необходимо обращаться к тому должностному лицу, в чью компетенцию это входит, это в службу судебных приставов. Как правило, граждане, если действительно произошла такая ошибка, неверно идентифицирован должник, граждане находят понимание, то есть восстанавливаются их права, и, соответственно, служба судебных приставов исполнителей вносит его вот в такой вот реестр, и, соответственно, уже потом, где он находится, и уже если при возбуждении в отношении того второго должника исполнительных производств уже более внимательно смотрит. Хотя, я повторю, закон требует действительно идентифицировать должника, потому что прямо даже в законе прописано, что там должны в отношении физического лица, если исполнительное производство ведется, то, конечно же, там должны быть указаны и фамилия, и имя, отчество, и адрес регистрации, и даже СНИЛС могут указать, и паспортные данные. То есть максимальный объем тех персональных данных, которые бы позволяли идентифицировать одно лицо среди многих. Да. То есть получается, что и у меня, и у вас может быть двойник? При правильном подходе, в принципе, такие, если вот действительно человека брать уникальные его персональные данные, то нет. У нас, даже если у нас фамилия, имя, отчество совпадают, год рождения совпадает, место рождения совпадает, то у нас совершенно разные индивидуальные номера налогоплательщиков, страховые свидетельства и так далее. Поэтому я опять же говорю, если вот такая вот ошибка произошла, то необходимо незамедлительно обращаться в службу судебных приставов. Вот вернемся тогда с вами обратно к производству. Вообще, как вот возбуждается вот это вот производственное дело, я так правильно понимаю? Исполнительное производство возбуждается на основании поступившего исполнительного документа. Это, как правило, если вот в нашем случае это исполнительный лист, выданный на основании решения суда, судом он выдается на основании решения суда, и в течение 3 дней пристав обязан возбудить исполнительное производство. Еще раз повторюсь, это носит заявительный порядок, как правило. Но опять же, если мы рассказываем для граждан, то для граждан, которые хотят возбудить по состоявшемуся решению суда исполнительное производство в отношении должника, это заявительный порядок, необходимо написать заявление, либо сам взыскатель, либо его представитель по доверенности. Если действует представитель по доверенности, то обязательно надо подтвердить свои полномочия, соответствующие доверенностью, и можно заявить, взыскатель вправе заявить ходатайство о наложении обеспечительных мер. А вот куда жаловаться в обратной стороне? То есть, предположим, есть должник, он не платит, а приставы не очень суетятся, чтобы его найти. Здесь также можно любое действие, решение, действие либо бездействие должностного лица может быть обжаловано либо вышестоящему должностному лицу, соответственно, руководителю того судебного пристава, который, по мнению взыскателя, бездействует, либо в прокуратуру, а также еще можно обжаловать действие или бездействие в судебном порядке.
Если не гражданин обращается к вышестоящему должностному лицу с заявлением, приводит доводы, почему он считает, что тот или иной пристав бездействует, либо ненадлежащим образом осуществляет розыск имущества должника, не принял всех обеспечительных мер для того, чтобы исполнить решение суда. И если вдруг он не находит понимания в этой организации, то, конечно же, обращается в прокуратуру. Мы, в свою очередь, истребуем исполнительное производство, полностью его изучаем, смотрим доводы заявителя, который обратился к нам, и при наличии оснований принимаем меры прокурорского реагирования. Это представление об устранении нарушений закона, где мы указываем, какие конкретно действия пристав не исполнил и в чем заключается его нарушение закона. И, как известно, требования прокурора, они подлежат исполнению, и добиваемся, чтобы действительно была вся полнота. Ну, я приведу несколько цифр. В прошлом году мы выявили более 4162 нарушения закона об исполнительном производстве. И каждое такое нарушение нашло свое отражение в акте прокурорского реагирования. А как вообще вот это происходит? То есть, получается, мне нужно к вам прийти или прийти в районную прокуратуру, или можно написать заявление онлайн? То есть, вот как вот это происходит именно взаимодействие с вами? Здесь надо исходить из того, что нужно обращаться к тому прокурору, который осуществляет надзор за тем или иным судебным приставом. То есть, как правило, взыскатель знает, где находится его исполнительное производство. И приходит в ту прокуратуру, которая, соответственно, надзирает за приставом. Прокуратуру района или округа. В каждой прокуратуре у нас окружной, районной, и в прокуратуре города Москвы у нас осуществляется ежедневно по рабочим дням осуществляется прием населения. Можно прийти, поговорить с прокурором, получить, опять же, правовую какую-то информацию, получить разъяснение по интересующему вопросу. Это я сейчас говорю не только касающееся вот нашей тематики соблюдения федерального законодательства об исполнительном производстве, а в принципе по любому волнующему вопросу. Если человек вдруг подозревает, что все-таки его права нарушены, лучше не молчать, сделать первый шаг и пойти в прокуратуру. И прокурор уже обозначит весь механизм защиты или подскажет, куда надо обратиться. Если вдруг такая ситуация, что человек работает по каким-то дням не может или по каким-то причинам не может прийти на прием, у нас есть онлайн-приемная, она у нас на сайте размещена, там можно подать обращение в электронной форме, есть возможность прикрепить файлы. То есть иногда гражданин хочет прикрепить какие-то документы, которые обосновывают его доводы, это пожалуйста. И, безусловно, мы также рассмотрим. И через госпортал государственных услуг также можно подать обращение в электронной форме. А файлы, то есть, получается, туда можно и PDF, и Word, картинки, ну, то есть, вот да, все, что имеет значение. Все, что имеет значение, по мнению гражданина, все, что он считает важным, то, что подкрепляет его доводы, может прикрепить. Конечно, безусловно. И все эти обращения будут рассмотрены, гражданин в любом случае получит от нас ответ, за исключением тех случаев, которые у нас указаны в федеральном законе о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Это если там приводятся какие-либо оскорбительные заявления, тогда у нас, конечно же, мы не рассматриваем такие обращения, а так всегда гражданин от нас получит ответ. Поняла, спасибо за такой развернутый ответ. Еще больше интересного контента в нашем аккаунте TikTok. Подписывайся, ставь лайки и оставляй комментарии. Хорошо, а допустим, вот у меня есть такая проблема. Я целый день на работе, вот сейчас мы с вами на эфире. Соответственно, когда мы с вами закончим, рабочий день у вас тоже закончится. Вот как мне быть, как подать обращение? Опять же, я уже не буду говорить про такие способы, как Почта России, но, естественно, если у нас к нам приходят обращения по почте, они тоже принимаются, регистрируются в установленный законом срок, на это нам дается 3 дня на регистрацию обращения. Как-то могу с телефона или с компьютера это сделать? Напишите нам в Инстаграм. Напишите нам в Инстаграм, там всегда можно получить от меня лично. Я сама веду нашу страничку в Инстаграм.
ответы на вопросы, правовую консультацию. Мы поможем, если необходимо, я привлекаю коллег, мы всегда поможем и объясним, куда гражданину обратиться. И если вдруг это действительно напрямую относится к нашей компетенции, мы примем обращение, сориентируем, куда написать и поможем составить обращение. Собственно, примерно то же самое, как и на личном приеме, но в формате смс-переписки в директ. То есть, вот смотрите, я сейчас зашла в Инстаграм, просто захожу к вам на сайт прокуратуры. Ну, не на сайт, в данном случае, на страничку. Написано «написать», пишу, и вы мне ответите, правильно? Написать в директ. В Инстаграме? Да, можно в директ. Мы, конечно же, отвечаем в директ, смотрим нашу социальную сеть. Это же социальная сеть, а значит, для людей. Мы работаем для людей, поэтому мы достаточно оперативно отвечаем в директ. Если необходима ссылка на сайт, она у нас указана в шапке профиля, там сразу же тоже можно перейти в нашу электронную приемную. Ну и вообще в Инстаграме очень много разъяснений, о которых мы тоже будем, по тематике, о которых мы тоже, наверное, будем в нашей рубрике говорить, которые действительно полезны для граждан. Я предлагаю проверить все-таки то, что вы говорите. Ну, то есть поверить и, безусловно, проверить. Поэтому давайте мы вот сейчас немножко прервемся на небольшую паузу, вскоре вернемся на новую передачу и посмотрим, что нам написали наши телезрители, какие проблемы их в действительности волнуют. Да, конечно. А у нас в гостях была старший советник юстиции, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова. Людмила, до свидания. Спасибо вам большое. До свидания, спасибо вам. Ваше право. Правовой проект прокуратуры города Москвы и Вечерней Москвы.